Drag Estrugom. Всем привет! Как вы, наверное, поняли, мы сегодня уже не в центре, не в Пирита, не в Ласнаме. Мы сейчас находимся на Сепрозапуэсте. Приехал я сюда общественным транспортом. Нам надо было посетить вот это вот замечательное здание, помочь подруге, супруге. Она там учится на парикмахера. Нужна была модель для стрижки, поэтому я копил волосы на голове и на бороде, того, чтобы она могла сдать зачет. Эта услуга платная для помощника, стоила 7 евро, вот, что по мне так немножко странно, вот, ну это ладно, опустим этот момент. Почему я приехал сюда пешком? Потому что я, честно говоря, смотрел по карте и не совсем понял место, где лучше припарковаться. Вот въезд на территорию только для учеников, я так понимаю. Да, с разрешения, так сказать, администрации. Поэтому я решил оставить машину на работе и воспользовался замечательным бесплатным транспортом. Доехал сюда на троллейбусе. Ну вот, сначала немножко испугался, что типа, ой, незнакомое место, не хочу ехать. А потом так уже более в Google картах посмотрел, и это место на самом деле оказалось довольно знакомым, потому что чуть-чуть дальше, вот там начинались почти что все уроки по теории, по практике вождения, когда я учился в автошколе. Может, сейчас увидим там кого-нибудь. Вот сейчас у нас середина недели, я сейчас нахожусь в отпуске. Я всегда беру отпуск на каникулы детей, ну не на все, конечно, получается 2 недели летом, 1 недельку на осенние каникулы, недельку сейчас на весенние, чтобы хоть немножко выспаться и с детьми побыть, и куда-то поездить. Да, и все дни, которые вот у нас были выходными на этой неделе, мы куда-то ездили.
по совету друзей вот посетили Палиасары, пляж. Все хотим прикинуть места, куда нам ездить весной, ой, весной, летом, загорать на пляжике. Вот, а понедельник был довольно дождливый день, поэтому мы просто в Икею поехали. Вот, хотим еще на этой недельке посетить, как я вам обещал, зоопарк. Вот этот частный и ведьмин колодец, который, к несчастью, уже потух. Ну, не потух, а это больше не бьет вода из него. Так, тут что-то случилось. Не вижу. Хотя надо было, наверное, сейчас вот смотрю, что там же Риме рядом. Надо было на самом деле у Риме вставать на парковку. Хотя нет, наверное, я бы выбился бы из временного интервала, потому что приехал я в 10 утра, сейчас 13:20. Да, то есть 3 часа я здесь. Да, парковка разрешена только в течение полутора часов. Да. Так, ну тут не знаю, что случилось. Видимо, водителю плохо стало, потому что водителя первой машины нет. Наверное, он скорый что-то. Нам вообще на самом деле надо с вами, ну я думаю, такой кружок небольшой мы сделаем вот здесь. Вернемся обратно. Кажется, что довольно тепло, но вообще нет. Казалось бы, и солнце светит, но по температуре сейчас все равно по-прежнему в такой зимней, ну пусть и легкой, но все равно зимней куртке хожу. И как-то довольно зябко. Все жду, когда все-таки хоть более или менее теплые деньки найдут, чтобы реально куда-то нужно было съездить там, ну не позагорать, конечно же, а просто в теплую погоду, как бы сам Бог велел куда-то ездить. Нет, автошкольных машин нет. А, ну очевидно, да, потому что они, наверное, в 9-10 начинают уроки, и все, и сейчас они все по городу, поэтому мы сегодня здесь с вами никого не увидим. Так, нам надо на другую сторону, поэтому, наверное, давайте вот здесь с вами пройдем, сократим, да, обойдем Рим и поедем домой. Такой довольно интересный район, да, смотрите, тут и жилые дома такие, многоквартирные. И также вот именно частные дома стоят. Ну вот, а вот я не сказал, где мы еще были, но это, правда, не в отпуске было, а просто в выходные мы ездили в... Сейчас я скажу, как же называется-то. Мы хотели посетить этот валун известный. Рохунеми, во, вспомнил, Рохунеми. Но там почему-то к парковке проезд был закрыт. И нам пришлось выбирать другое место для отдыха. И мы поехали на пляж туда, Рохунеми. Но там была табличка, что нельзя... Нельзя было пройти на островок, потому что сейчас проходит гнездование птиц. Поэтому
Поэтому мы просто на пляжке там побродили чуть-чуть и поехали обратно. То, что в выходные был довольно сильный ветер. Так, стоп. Как тут идти-то вообще? Ну, давайте здесь. Был довольно сильный ветер. И мы хотели куда-то в лес, как бы скрыться. Давайте обойдем с этой стороны. Когда в новых местах бываю, часто себя спрашиваю, хотел бы я вот жить вот в подобном месте, в том или ином месте. Все, взвешиваешь плюсы, минусы. А как вот до школы добираться? Как что вот приходишь к выводу, что все-таки удачное место мы выбрали. Ну, в плане, что до работы рядом, до школы, ну, относительно рядом. Все жду, когда там из пустыря какую-нибудь дорогу более или менее проложат, чтобы можно было пешком спокойно идти до школы, потому что все-таки что на машине, что на автобусе попасть до школы нужно делать небольшой крюк такой. Ну вот. Так, да, помню, здесь я ездил на машине автошкольной. Так. А, ну да, мы же сейчас там проходили с вами. Там Лидль находится, вот эта вот немецкая сеть. Но внутрь мы не будем с вами заходить, потому что я там был несколько раз. И я, честно говоря, очень сильно ждал, когда он попадет в Эстонию. Не в том плане, что я был с ним знаком, а как раз таки, что я не был знаком с этой сетью. Вот. Я ждал чего-то прям новенького. Да, я так обрадовался, что там много-много новых товаров за довольно вменяемые деньги, ну, дешевле, чем где бы то ни было. Но сейчас, когда уже все эти вот зазывающие, да, то я смотрю уже, что некоторые товары уже даже дороже стали стоить. Поэтому не будем мы с вами делать обзор магазина. А может просто с вами там прогуляемся, как бы посмотрим на отдельные позиции когда-нибудь. Когда окончательно ажиотаж пройдет, я уже, собственно, вижу, что он проходит. Так, что у нас тут? Наггетсы. Это приложение для общественного транспорта. Раньше я пользовался Яндекс.Транспорт, которое потом год назад его свернули. Оно, ну, не то, что свернули, оно транспорт весь общественный стал отображаться напрямую в приложении Яндекс.Карты. Вот. Мне было это не особо удобным, потому что как бы я не люблю перегруженные, сильно перегруженные приложения. Потому что карта, он как бы и навигатор, и получается теперь и транспорт, и то, и все. Вот. И вот совсем недавно открыл для себя приложение City Mapper. Он тоже трекает общественный транспорт, но он еще тебе подсказывает, когда тебе нужно переходить дорогу. Ой, переходить дорогу. Выходить, потому что
ты, например, выстроил маршрут, там, мне нужно выйти там у Солярисы, например, да? И он тебе завибрирует, а если еще звук есть какой-то, то он тебе просигнализирует, что типа, тебе на следующей остановке выходить. Тебе не надо будет это самое держать телефон где-то в руке и смотреть, ой, когда же мне выходить там и все такое. Вот можно сейчас посмотреть. Так, City Mapper. Куда поедем? Ну, наверное. Эстония, ПСТ. Девять, да? И вот он как работает. А поехали. И поедем мы, наверное, на третьем. Вот 19 минут ехать. Все, гол. Ну, вот такие вот дела. Не знаю, что тут случилось. Что-то полиция ребенка допрашивала. Может быть, его сбила машина, потому что водителя не видно. Стоит на аварийке. И скорая приехала. Не знаю. Вот так что отпуск продолжается. Не знаю, может быть, на следующий. На этих выходных, да, мы планируем посетить этот зоопарк. Вот, также хочу еще посетить пляж Валкла, чтобы составить более или менее полную картину по близлежащих пляжах, на которые можно отправиться летом. Собственно, об этих новостях я и хотел вам поведать. Мой транспорт уже идет. Нужно будет ехать. Так что спасибо всем, что со мной прогулялись. Всем пока.